Blender 2.91, этому персонажу нужны свои кости. Анимация, конечно, с миксама дело хорошее, но тянут вот эти вот части и гнутся вот эти вот следом за вот этим, как его, панцирем, гнутся вот эти ножны и вот эти вот, как его называют, мечи самурайские, катаны. Во. Так, единицы на нампаде. Кому интересно, почему такой внешний вид у персонажа, это вы можете включить вот здесь вот. Студия, рендом. Если вы включите материал, то он будет такой. Объект можете поменять Matcap. Вот, допустим, вот так вот поставить. Так, вот так вот поставить. Вот, персонажа так виднее уже. Также, что еще можно сделать? Medcap ставим и выбираем любой Medcap. Вот можно такое сделать. Но это по прошлым роликам. Так, материал ставим. Давайте вот серый. И вернем все на прежнее место. Так. Ну погнали. Вставляем косточки. Буду вставлять их сейчас на ускоренном. Потом там где-то что-то объясню и опять на ускоренном, потому что все получается по прошлым роликам. Повторяться не хочу и затягивать ролик тоже на это дело. Итак, тут вопрос в чем состоит, да? Вот прежде чем вставлять кости, нужно понять, что у черепахи вот эта часть гнуться-то не должна, правильно? Панцирь-то у нее не гнется. И получается, у него должна быть просто центральная кость, я так понимаю. Давайте попробуем в таком духе сделать. И как это все дело будет выглядеть. Так, выбираем косточку и заходим. Так, пардонте, выйдет мод. Мышка оскользнулась. И экспериментальная модель на одну кость центральную. Посмотрим, как это будет работать. Итак, жмем E. Так, пардонте, Ctrl Z. Значит, жмем, вытягиваем MOV. И что можно сделать? Вот шею можно уже поставить. Это E. Ставим шею. E выдвигаем голову. Ну а теперь я затыкаюсь и добавляю уже, как и раньше, руки и ноги. Итак, кости вставлены. Теперь заходим в Pose Mode. Давайте сбросим выделение, щелчок левой кнопкой мыши. Теперь опять же настраиваем Ctrl-Shift-C Inverse Kinematic. Ставим все это дело на две кости. Так, теперь вот эту косточку с этой Ctrl-Shift-C Inverse Kinematic. Так, опять же ставим влияние на две кости. И слежение вот к этим костям нужно
подключить. Теперь выбираем вот эту кость в Edit Mode и вот этот Ctrl-P Keep Offset. И выбираем теперь вот эту кость и вот эту косточку. Ctrl-P Keep Offset. Так, единица, тройка на нампаде. Следом что? Так, кости глаз я не буду вставлять. Это можно сделать и попозже, если вдруг понадобится. Так, опять же, в постмод заходим. Теперь выбираем Inverse Kinematic. Вот эту ногу. И нам нужно привязать именно слежение вот за этой косточкой. Вот за этой. Находим именно бегущего человечка. Находим Name. Viewport Display. И теперь возвращаемся в настройки констрейнов. Здесь вот есть поле Target. Выбираем здесь арматура. Смотрим, что у нас тут косточки какие. 25-я и 50-я. Здесь ставим, значит, 25-ю. Следить за 25-й косточкой. Так, а вот этой косточке ставим опять же арматура и ставим 50-я кость. Ну, в принципе, все нормально. Так, теперь что нужно сделать? Настроить руки. Отключаем name, он нам теперь, наименование костей не понадобится. Выбираем вот эту косточку, вот эту, Ctrl-Shift-C, нажимаем Inverse Kinematic. Ставим опять же влияние на две косточки. И здесь то же самое делаем. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic ставим на две косточки. А, не, пардон, здесь будет на 3. Да, руки идут на 3. Чуть-чуть подзабыл. Так, ну сразу надо настраивать как положено, да. И настраиваем вот этой косточки, ставим Ctrl-Shift-C. Ставим Copy Location или нажимаем вот здесь на Constraint и здесь вот Copy Location. Все, оставляем. Здесь можем понизить влияние сразу, чтобы потом не маяться. Так, пардоньте, это удаляем. Выбираем вот эту косточку, Ctrl-Shift-C. Так удобнее будет Copy Location, чтобы не ставить на какую кость, от какой кости, на какую идет влияние. И вот понижаем интенсивность. Теперь выбираем вот эту косточку, вот эту Ctrl-Shift-C, выбираем так, копия трансформация, копировать трансформацию вот этой кости, вот, вот этой. Так, empty, вот это меня empty достало, мы ее сейчас delete, и вау, так, object mode, и делаем delete. Выбираем косточки, заходим в PostMod. Бывает, что выскакивает empty, ее нужно удалять, она не нужна. Так, теперь copy local space, local space и уменьшаем интенсивность. Вот так. Все. Рука настроена. Теперь вот эту выбираем косточку Inverse Kinematic через Shift вот эту косточку. Нажимаем Ctrl-Shift-C и повторяем все дело глухонемым вариантом. Так, глухой вариант, нормальный вариант. Теперь нужно все это дело проверить. Как будем проверять? Настройку надо делать теперь вот этого всего персонажа в Object Mode. Выбираем, нам понадобится только персонаж, сам вот это руки, голова, без всяких штанов пока. Просто голый персонаж. Так, и выбираем через Shift косточки. Ctrl-P, делаем With Automatic Widget. Ждем. Возможно, даже сейчас нужно будет понизить сетку персонажа, потому что как вот долго начинают кости прирастать вот к персонажу, значит, сетка плотная.
Хотя тут на сетке. Что тут на сетке? Да, трисы, фейсы. Надо все это дело понизить. Выбираем теперь персонажа. Заходим. Так, Decimate Master. И надо все это дело понизить. 0.1000. Да. 1000 пойдет. Ждем. Все. Дело понижено. Апли. Смотрим, что с сеткой. Ну, в принципе, стало полегче. Конечно, не такая, как в предыдущем ролике на модели игровой. Ну, такая штукенция. Если еще побольше ставить, это я потом попробую уже в процессе, еще больше уменьшить и сглаживание попробую поставить. Будет выглядеть нормально или нет персонаж. Так, теперь что делаем? А теперь нам нужно привязать все вот эти шмотки. Так, значит, выбираем вот этот пояс и кости. Жмем Ctrl-P, сочетание клавиш, и жмем With Empty Group. Теперь выбираем просто вот эту шмотку, любую, которую вы привязываете. Нажимаем так, Add модификаторы и Data Transfer. На дате Transfer ставим привязать, значит, к персонажу черепаха, ставим вертексы и нажимаем Vertex Group. Ну и все это дело обязательно применять. Иначе потом вы будете водить кости и все это будет тупить. Вы будете не понимать, откуда идет притупление. А потому что не, вот этот constraint, пардонте, модификатор, вы его не применили. Даже если все примените, а один будет не применен, будет все это дело тормозить и как-то тупо работать. Ну и все, дальше опять глухонемой вариант. Итак, все настроено. Вот теперь что я хочу проверить. Так, если мы вот на штанах я оставил вот этот модификатор и хочу проверить микс-фактор. Если я его понижу, микс-фактор, допустим, пониже, и применю вот этот модификатор штанам. Так, что еще тут? Остальные я просто применяю. Так, что еще тут? Так. Это значит применено. Ремень применен. Ну вот, хочется посмотреть штаны с уменьшенным именно фактором вот этим. Так, катану пока нужно убрать. Ее можно будет именно тоже на косточке завязать и уже именно костью регулировать, если она в руке будет. Так, находим теперь персонажа кости и заходим в Pose Mode. Итак, все поднастроено. Проверяем. G. Опа-на. Ctrl-Z. Что не так? Ногу поднимаем. G. Штаны-то привязались. Вы видите, что штаны, в принципе, не рвутся.
Ну, сетка у них маленькая, но тянут за собой вот веревки вот эти. Это можно поднастроить и немножко, наверное, поработать рисованием веса. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Сейчас будем, почему не привязались у меня вот эти причиндалы. Так, на локотники. О. Вот так, Ctrl-P, with empty group, выбираем на локотники и добавляем Data Transfer на персонажа, Vertex Group и жмем Apply. Так, проверяем, выбираем косточки, заходим Посмотр. G. Все привязалось. Все работает. Так, нужно кости пока отменить. Ну, в принципе, нога нигде не вылазит. Вот эта вот штукенция, это за счет именно сетки. То, что сетка именно ZRMS-овская. Вот эти появляются и низкополигональная. Вот я за что и борюсь. Если сейчас Ctrl-Z вернуть все назад и, допустим, зайти в Object Mode, выбрать только, допустим, штаны и попробуем шейдер смутным назначить. Так, теперь заходим, косточки выбираем, заходим по смут и попробуем опять же тройка на нампаде поднять ногу G. Смотрим, как это все дело теперь выглядит. Ну вот уже более-менее. Ну вот с веревками вот с этими теперь плоховато. Но при анимации их в принципе не будет видно. Они вроде как будут мяться. Но вот этому ремню Ctrl-Z, Ctrl-Z давайте попробуем поставить опять же Shader Smooth. Вот этому поставим. Так, теперь можно обуви поставить наколенником. И попробуем поставить Shader Smooth вот этой шляпе. А, во еще что я забыл сделать, привязать глаза. Пардоньте. Выбираем глаза и опять же Ctrl-P with empty group. Выбираем только глаза. И опять же привязываем их к персонажу. Data Transfer. К персонажу. Vertex Group. Vertex Group. Тут еще вот настройки есть. Это надо топология. Вот, допустим, привязаться к топологии. К вертексам, к фейсам, эджам. Если к топологии, допустим, привяжемся. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Так, косточки выбираем. Посмотр. Голову выбираем. И R нажимаем. Глаза остаются на месте. Почему? Потому что мы не применили вот этот модификатор. Так. Apply. Смотрим, что получится теперь. Посмотр. R. Ага. Вы видите, что глаза не привязаны. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Возвращаемся назад. И пробуем здесь вот это все отключить и привязаться по новой. Data Transfer. Опять же привязываемся к персонажу. Vertex, Vertex Group. Здесь тогда уже
оставляем nearest, nearest vertex. Во. Как базовый. Выбираем опять кусти. И по smooth. Сейчас вот еще косяк будет. А, нет, все, он привязался. Если еще косяк после этого идет, допустим, глаза неадекватно привязываются, то тогда делайте именно в Object Mode, выбираете тот или иной именно объект и делаете Set Origin к 3D курсору. Значит, он привязан к 3D геометрии, вот Origin to Geometry, к своей геометрии привязан к точке, и бывает, что он, ну, идет по другой, движется по-другому и привязан по-другому. Так, что еще хотел сделать? Так, единица на паде. Так, пока катана. Давайте воткнем ее в землю. G. Видите, она тоже привязана не к 3D курсору, а привязана к своей геометрии. Так, ну а теперь нужно, как вот сделано, именно как поменять наши кости. Так, я вот это сейчас пока все сохраню. Так, файл save as, сохраняем, плюсом, сохранить. И поменяем вот эти вот косточки. Вот эти вот constraints. Так, внешний вид будем менять каким образом? Нужно создать новую коллекцию. Давайте вот эту коллекцию создадим. Так. Вот, создали вторую коллекцию. На нее нажимаем и добавляем в эту коллекцию. Так, Shift-A. Так, в Object Mode заходим. Shift-A. Значит, Mesh добавляем куб. Делаем S. И как на вбок уводим сюда. Потом Shift-A. Добавляем Mesh, добавляем икосферу. Shift. Так, ну ладно. Оставляем икосферу. Тоже можно S уменьшить. Теперь Shift-A добавляем. Можно самому сделать какие-нибудь причиндалы, там стрелки, допустим, на ноги поставить. Или вот, допустим, что можно сделать? Что можно сделать? Да, выбираем. Ну, допустим, вот план еще можно выбрать. Это вот стандартные такие. Так, тоже S немножко уменьшим. Это вот у нас теперь куб, икосфера и план на второй коллекции. Открываем первую коллекцию, выбираем кости, заходим в Pose Mode, находим в настройках кости Viewport Display, вот эту. Здесь кнопка скрыть кость, допустим, если вы не хотите, чтобы их какие-то кости было видно, вы скрываете. Здесь Custom Object, это особая форма. Особую форму мы так выберем сначала кость. Вот эту косточку. И особую форму я ей поставлю, наверное, план. Так, ищем куб, глаза, план. Вот таким вот образом. Так, тройка на лампаде. Заходим в Edit Mode. Так, пардонте, не выйдет мод. Pose Mode. Выбираем план. Так, это значит тройка на нампаде. R. Ну, вот так он применился, да? Значит, нужно установить план. Это значит Ctrl-Z. Ctrl-Z. Перевернуть вот этот. Это значит он, да. Нужно перевернуть план. Это Object Mode. Так, так, так. Вот этот план выбираем. И теперь, значит, тройка на нампаде.
Ну и попробуем R его перекрутить. Вот так вот. Опять выбираем кости и заходим в Pose Mode. Выбираем опять настройку другой вид. Это значит Lift Plan. Блин, все равно он так устанавливается. А ну-ка попробуем в Edit Mode. Так, давайте план, наверное, удалим. Нафиг. Так, здесь ставим. Вот он уменьшается тут. А вот прозрачный становится. Вот получается, если сейчас мы будем двигать в Pose Mode вот за этот план R, вот вы видите, что персонаж будет работать и, в принципе, видно ориентир его. Можно так оставить. Но давайте по-другому пойдем. Заходим, значит, этот план отключаем. Вторую коллекцию включаем, Shift A и добавим в Object Mode, Shift A, добавим цикл. Во. Так, цикл ставим сюда. Вот он должен подойти. Заходим, опять же, выбираем арматуру, Pose Mode, выбираем вот эту косточку. И здесь ставим уже другая форма, значит, цикл. Так, почему он так устанавливается? Мне вот это не нравится. По идее, в Edit Mode, Так. Циркл я могу здесь вот теперь перекрутить. Так, а ну-ка, R. Object Mode, выбираем циркл. Edit Mode, R. Да, вот, таким образом перекручивается. Можно даже еще чуть побольше. И, допустим, G. Так, подставить я его не могу, наверное, так. Так, Ctrl-Z. Единица на нампаде. Ну, в принципе, он установился по низу вот этой кости, по тазу. Теперь заходим в Object Mode, выбираем косточки. Если мы коллекцию видимости отключим, то этих частей у нас не будет. И вот получается у нас теперь за эту кость центрально отвечает вот этот циркл. Заходим в Pose Mode, выбираем этот циркл, R, и вот будем мы его водить, G, вот будет персонаж работать. Ctrl-Z, это чтобы вас не отвлекало вот это вот много костей. Давайте попробуем так. Что еще тут можно настроить? Ну, давайте ноги. Ноги, вот эти вот косточки. Площадки попробуем поставить, да? Значит, здесь добавим планы. Это здесь уже добавим план. Вот таким вот образом он установился опять криво. Я его терпеть не могу. Этот план, ну, он больше подходит. Так, теперь выбираем Object Mode. Коллекцию вторую включаем. Выбираем план. Вот этот план. И заходим в Edit Mode. Смотрим, что мы можем сделать с планом. Это значит его развернуть. Тройка на нампаде, делаем R. Вот мы его развернули. Теперь мы его должны как-то положить. А, пардоньте, мы его должны теперь еще сплюснуть. Вот так вот. Не в ту сторону, но все равно прикольно. Так. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Поближе поставим. Делаем ему S. Смотрим, куда его вытянуть. Вот, еще раз делаем S направление. Так, и вот мне нужно его перекрутить. Сюда нельзя.
Получается, крутить мне его надо вот так вот аж. И вот так поправить. И вот так вот подкрутить. И немножко, так, это вот таким вот образом будет выглядеть кость. Если кость была под ногой, то, ну, под пяткой, то он бы был под пяткой. Так, ну, в принципе, вот так будет установлено. Заходим теперь в Object Mode, опять выбираем кости. Заходим в Pose Mode, и, в принципе, вот у нас уже вот эта штукенция. Так, теперь выбираем этой косточки, значит, план. Все. Так, вот этот план второй. Так, это этой косточки, это этой выбрали. Все. Вот теперь за эти кости у нас отвечают вот эти планы. И вот можно его прозрачным поставить. Так, теперь единица на нампаде. Выбираем вот эту косточку. Это так. Ключицы. Можно выбрать вот эту ключицу и сделать. Так, икосфера. Бэмс. Уменьшаем ее в размере и ставим ей прозрачность. Вот она установлена. Это будет у нас ключица. Можно еще поменьше сделать. Можно побольше, чтобы ее видеть. Ну и вот этой косточке то же самое. Давайте. Икосфера. Размер поменьше. О. И прозрачность ставим. Бац. Ну, таким вот образом можно подставлять любые. Можно сюда вот кубы, допустим, поставить. Давайте сюда кубы поставим. Икосфера. Так, не надо нам икосферу. Нам нужен куб. Ту-ту-ту-ту-ту. Куб. И уменьшаем его в размере. Вот так где-то. И делаем прозрачность. Ну, опять же, чтобы его можно было видеть. Чтобы он чуть-чуть, давайте пусть побольше будет, чтобы потом его, не, это многовато, ну, вот так вот где-то пускай будет. Ну, и здесь тоже поставим тоже куб, уменьшим его размер и поставим прозрачность. Так, еще чуть-чуть поменьше, тенс, вот так вот. И пробуем, чтобы мы его могли выбрать. Так, а этот, все, он выбирается, все нормально. Так, вот на голову тоже можно, допустим, настроить циркл. Вот на циркл этот. Ну, эти кости можно оставить. Так, ну, получается вот такая штукенция. Здесь можно тоже делать вот эти сферы или прямоугольники поставить. Тут уже на ваше усмотрение любые. Так, теперь нужно же этому делу всему цвет настроить. Так, выбираем вот эти две сферы через Shift, две косточки точнее. Заходим, находим Bendy Bone. Так, где это группы? Вот здесь должны быть Bone Group. Добавляем. Да, здесь плюс группа. Это будет одна группа костей. И назначаем, допустим, цвет. Так, где тут цвет у нас? Так, Base Color. Назначаем, допустим, ну пусть будет синий. И назначаем Apply. Вот так вот. Вот теперь они у нас будут синие. Вот таким вот образом. Так. Что-то одна светлее, одна темнее. Так. Ну да, будет одна светлее, одна темнее, по-моему. Или что тут нужно еще поднастроить? Dissection.
Так, если мы их обе выберем, так, колор, допустим, поставим зеленый. Да, одна будет темнее, одна светлее получается. Вот выбираем, это теперь светлее, это темнее, а так будет тоже разноцветные лево-право. О. Так, что еще можно сделать? Выбираем вот эти вот две штуки через Shift. Опять добавляем группу и добавляем color, это будет красный. И применяем Excision, ну, чтобы их видеть было. Вот так вот. Так, теперь сферу вот эту добавляем тоже. Так, что у нас есть? Голова еще. Вот голова. И вот это будет одна группа. Еще одну группу добавляем. Ставим color, допустим. Ну какой? Ну, желтый пускай будет. Так, remove, select. Это значит перевернуть. Excision. Применить. Ну, такая штукенция. Так, эти желтые. Понятно. И кубы тоже делаем красные, чтобы видеть, где эти косточки. Это будет другая группа. Назначаем, выбираем цвет тоже красный. Decision. Применяем. Все. Вот теперь мы видим, что кубы красные. Это так, так, так. Все нормально. Вот эти косточки. Так, вот, вот эту кость просто можно скрыть. Выбираем настройку кости. И вот так вот, хоп, fit. Она есть, но она в принципе нам не нужна. Вот так вот. Что еще можно скрыть? В принципе, вот эти вот кости тоже можно поскрывать. Они нам не нужны. Вот эту кость тоже можно скрыть. Вот так вот. Если в процессе анимации они нам понадобятся, то можно уже будет как-то их подкорректировать. Так, у нас есть вот эти косточки, которые следят, вот колени за ними следят, да? Так, Ctrl-Z. Так что нам получается и вот эти кости не нужны. Так, вот эта кость не нужна, вот эта кость. А, не, пардонте, ноги еще нужны вот эти, если там где-то выкручивать. Но, в принципе, вот эти косточки нам тоже не нужны. Мы их тоже скрываем. Или добавляйте какие хотите тоже формы, там прямоугольники, стрелки какие-то. Назначайте любой косточки. Но они, в принципе, нам не понадобятся. И вот у нас уже чистый персонаж, коллекцию можно отключить. Вторую, где установлены все вот эти кубы, площадки всякие. И вот теперь мы можем просто вот этим делом работать. Ну вот косяк, вы видите, что у нас начинает двигаться вот это вот панцирь. Ctrl-Z. Надо опять это все дело настраивать. Заходим в постмод. Выбираем сначала косточки, потом выбираем, допустим, персонажа и заходим в рисование веса. Итак, через Shift выбираем вот косточку, которая тянет именно вот этот панцирь. И уже кисточками тут того и дорисовываем. Нам нужно, чтобы вот эта фигня не двигалась. Вот, она должна быть красная. Посмотрим, как на нее будет действовать именно Levels. Levels включаем и прибавляем. Так, вот. Вот эта штука у нас может теперь не двигаться. О. Штаны сейчас отключим. Посмотрим, что тут за чего. Нужные. Шнурки, штаны. Штаны отключаем. Вот, видите, здесь ноги будут гнуться. Но вот эта часть, ее можно теперь красным или так подкрасить от руки, чтобы это все дело не двигалось. Ну, не зацепляем, конечно, так.
стараемся не зацепить лишнее. Аккуратненько тут вот так вот все дорисовываем, чтобы за собой панцирь не тянуло. Вот так вот. В принципе, панцирь и вот эта часть вообще у нас двигаться не должна. Потому что она установлена на одну кость. И здесь мы можем уже, опять же, левел и попробовать поставить полностью красный. Так, ноги нельзя, чтобы... О! Во! Вот теперь оно нормально. Вот здесь тоже подкрашиваем. И сейчас посмотрим, как это все дело будет работать. Вот. Вот эту зад тоже на месте, чтобы стоял. Тут, да ради бога, пусть двигается. Но вот это можно зафиксировать внутрянку. В жопу вот эту. Нафиг ей крутиться, правильно? Нам нужны ноги, чтобы гнулись. И вот эту часть тоже в красный цвет. Теперь заходим в Object Mode, выбираем косточки, заходим в Pose Mode, ну и смотрим, выбираем эту кость R. Вот мы сильно это дело закрасили. Многовато. Так, значит, что делаем? Ctrl-Z. Вот эта часть все-таки должна как-то двигаться, да? Pose Mode. Так, Object Mode. Персонаж. Так, лучше Ctrl-Z, Ctrl-Z. И тогда не будем выеживаться, а просто замажем вот эти части. Вот, просто вот эту чуть-чуть подкрасим. Так, у меня мышка барахлит. Ну, вот понятно, да? Так, вот здесь вот симметрию что-то я не вижу. Так, 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 так. Вот здесь вот, чтобы вот эта часть на месте стояла. Вот, вот эта вот задница. Там, где ремень, пусть чуть-чуть ходуном ходит, но вот здесь она должна не двигаться. Заходим опять же в Object Mode, выбираем только косточки, Pose Mode. Ну и опять же смотрим. О, G. Так, единица на нампаде. Так, это с одной косточкой я, конечно, переборщил. Не, вот одна кость у нас. Крутится, вертится, вот он приседает. В принципе, все нормально работает. Да, немножко она за собой тянет, но это тоже нужно подрисовывать. Вот этот зад. Ну, его при анимации видно не будет. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, еще Ctrl-Z, чтобы он выровнялся. В исходную становись. О! Ну, таким образом настраивается полностью модель. Модель, конечно, здесь у него очень много всего, всяких деталей. Если бы она была цельная, ну, вот, без вот этих вот саптулов, то было бы все зашибись. Ну, вот такой процесс настройки. Давайте еще руки проверим. Как голова кружится и так далее. Поставим как-нибудь в позу. Так, Pose Mode. Если я выбираю вот эту площадку, жму G. А, пардонте, Ctrl-Z. Я, наверное, пока сохраню еще этот файл. Так, вот это что за кость? А, не скрыл я еще одну тазовую кость. Вот так. И теперь получается, давайте его в позу поставим. Так, тройка на нампаде. Получается G.
Так, вот это получается тоже G. Вот так, R перекручиваем. Да, так удобнее, конечно, нежели косточкой. Так вот удобнее вращать. Так, теперь надо какую-то позу ему придумать. Так, G. Одну ногу уводим назад. Так, теперь тело, семерка на нампаде, можно немножко R перекрутить до цела. О, выбираем куб G, R опускаем, вот так вот. R выкручиваем, G еще ниже его возможно подсадить. Так, Ctrl-Z. Выбираем площадку. Ногу уводим. G еще ногу в бок. Эту ногу G сюда. Так, что теперь можно сделать? R. Голову наклонить. Так, это значит G. Так, что еще можно? R. G. Так, тут тоже R. Подсогнем теперь пальцы, наверное. Так, вот эти вот пальцы R. Тенс. Тенс. Тут вот катану он интересно будет брать. Так, что тут с пальцем? Вот этот в бок. Этот чуть-чуть тоже в бок. Этот сгибаем палец. И вот этот тоже сгибаем. Так, теперь вот этот палец тоже. R. R. Ну а теперь вставляем катану. Так, перекручиваем. G, где у меня тут начало, где конец. R тоже перекручиваем. Так, ну вот так это, да? Ага. Ну и вот так вот, так, пардоньте, Ctrl-Z. Посмотр. Пальчики еще чуть-чуть подкрутим. Вот так вот. Раз. Так, так, так. Это, наверное, многовато. И вот эту катану еще, наверное, вот так вот. Раз. G. Как бы вот так надо подставить. Привяжем теперь катану вот к этой косточке. Так, вот к этой. И заходим в постмод. Катана выбрана. Выбираем кость и жмем Ctrl-P. Бон. Вот теперь эта катана будет. Так. Сбрасываем, выбираем кости.
Заходим в Pose Mode, выбираем косточку, и теперь катана будет вместе с рукой двигаться. Вот теперь уже будет попроще. Так, как-то раз. Давайте R перекрутим. R еще немножко перекрутим. G руку уведем назад. Ну, с этой рукой, конечно, чуть-чуть перебор. Вот так вот. Голову R. Так, не так. Семерка на нампаде. R перекручиваем. Теперь что у нас тут есть? А у нас есть тут ключица. Семерка на нампаде. И ключицу мы можем подкрутить чуть-чуть. Вот. Так. Голова вниз слишком уходит. Во. G. Рука вот так. И сожмем ее в кулаке. Tense. Tense. Вот таким вот образом. Так, что еще можно сделать? Так, а вот это колено G уведем в бок. А вот это вот как бы сюда. Вот так вот. И вот за что я говорил, вы видите, что при анимации, вот если сейчас мы, допустим, будем G вводить как-то вот персонажа, что искривляются вот эти вот части немножко. Это нужно их отдельно на кости завязывать и добавлять. Тогда, ну вот теперь персонаж стоит в позе. Можно еще ногу вот эту вывернуть. Так, семерка на нампаде. R. Выворачиваем ногу вот так вот. И G ее как бы еще чуть-чуть назад. Так, тройка на нампаде. Во. Убираем косточки. Ну, вот так выглядит теперь персонаж. Все, всем пока, до свидания. Вот такая информация вот по такому персонажу.